Всем привет! Сегодня планируем выезд. На улице температура 18 градусов с минусом. Едем на двух снегоходах Irbis SF. Вчера забрали из X-Motors абсолютно новый пробег 3 километра. И Капитан Stealth Long 200. Ну, кому не нравится название 200, пусть будет 175, там, слэш 180, как хотите. Задача обкатать маленько SF-ку, заехать в пухляк на лонге, снять с него лыжи и проверить, как он едет на лыжах и как без них. Всем добра, увидимся. Приехал Игорь на новом снегоходе. Скажи, друг мой, какие ожидания от сегодняшней поездки? Счастью нет конца. Ты уверен? У-ху! Ну посмотрим, что сможет эта машина. Пожелайте нам удачи, друзья. По бубенцы. Что такое вот так? Сантиметра. Вот так, да, было. Ну 90. 90. И вот теперь нас, теперь мы поедем. Сейчас у нас такая задача — сделать два минимальных круга и посмотреть, какой из снегоходов имеет меньший радиус разворота. Ну, давай первый. Уже сделали. Ну, нужно отдать должное наезднику, он сегодня, у него первый выезд. Правильно приблизил. Газу много дает. Следом я на Капитане. Задача та же. Доставай чаек. Кайфы! Оля, зачем мы с тобой поедем на юг? Нет, остаемся. Как звучит Капитан? Как звучит SF-200? Ну, тоже голос появился. Заехали по лисьему следу. Вот набегано. Там, там. Сейчас попробуем найти нору.
когда этот товарищ ездил на собаке, он тормозил об мой прицеп ей. Лишь бы того же не было и сейчас. Вот такая вот норка. Дисия. Начинаю полюблять своего коня. В чем огромный плюс этих снегоходов? Очень хорошая управляемость на малом ходу. Да. То есть он идет, 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 и им прямо рулишь до сантиметра. Ну, как-то так. Куражится парень, смотри как. Пробуем в эту горочку обратно по целику заскочить. Лик пошел. Не едет, ребята, едет. Необходимое условие это, конечно, маленько, чтобы снежок сел. Чуть-чуть трамбанулся и все, и мы едем везде. Надо прям лезть, видите, целик идет. Глубокий снег уже нас там покрылся. Нам надо вот туда проскочить. Вот здесь цели, как вы видите. Будем пробовать ехать потихонечку и снимать. Что, не можешь поднять, да? Нет. Вот так засадили.
заканчивается сегодня наше путешествие. Около 2 часов ездили, накатали 17 километров. Ну, нам еще пару километров до дома, чуть больше. Ну, в районе 20-ки, в общем, проедем. Облазили все. Нигде толком не удалось забуксовать. Вот сейчас назад пойдем, вот так, по целику прямо, малым ходом. Посмотрим, с какой скоростью капитан пойдет первым. Мы вернулись. Класс. Осталось только заехать в гараж. Ирбиса поставить. Прицеп. Прицеп. Ну расскажи первое ощущение. Человек вчера купил снегоход. Это его первый снегоход. Были сомнения по этому поводу? Неизгладимое впечатление, сомнений не было. Техника шикарная. Хватает во, погонять, порезвиться. Класс, доволен. Болячки будем устранять по ходу. Супер. Интересная особенность ходовки. Нигде нету тавотниц. Ни с одной, ни с другой стороны. Как мазать, неизвестно. В документах написано эксплуатационный режим. Период. 3 года. Видимо, вот 3 года отъездил и все. Ну как-то так. Спасибо тебе за компанию. До следующего раза. Махнем, не глядя.